В торжественной церемонии сегодня принял участие глава региона. Напомню, в июле прошлого года с просьбой обустроить территорию в одном из микрорайонов станицы к губернатору обратилась Татьяна Тимошенко. Прием граждан Вениамин Кондратьев проводил по поручению президента. Теперь вместо пустыря здесь возвели детские площадки, скейт-парк и спортивную зону. По краю 378 парков, скверов и придомовых территорий благоустроено. Около 20 просто парков максимально сделаны комфортными, красивыми, уютными. Это в первую очередь ваша заслуга. Ваша. Тех, кто живет в этой станице. Ваше неравнодушие. Ваше небезразличие к тому, что происходит в окружающей вас жизни. Что здесь было? Совсем недавно был пустырь. И если бы не ваша активность, вот не Татьяна Викторовна, которая достучалась, может быть, здесь и построили, пусть красивые, ну, дома, либо еще что-то для кого-то. А сейчас для всех. Для всех красивый парк. Также Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей края о том, чтобы тем зонам отдыха, которые откроются в этом году, давать название в честь юбилейной даты.